Уровень административной нагрузки на бизнес в Подмосковье определят с помощью опроса, который стартовал на портале «Добродел». Он продлится до конца марта. Принять участие в голосовании могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Губернатор Андрей Воробьев поставил основную цель после окончания пандемии – восстановить экономику региона и поддержать предпринимателей. Один из инструментов поддержки – снижение административной нагрузки на бизнес.